Новый уход за телом от Vitaniki. Ультрапитательный крем-баттер, апельсин и корица. В составе масла макадамии, миндаля, кокоса и апельсина. Эти масла самые питательные и интенсивно увлажняют. Кожа тела мгновенно становится мягкой, ухоженной. Крем обладает нежной сливочной текстурой, которая легко впитывается в кожу и не оставляет жирных следов. Расписаны все полезные свойства этих масел. И в составе еще есть пантенол и соевое масло. Срок годности 6 месяцев после вскрытия, 300 мл. Цена 55 рублей. Следующий крем-баттер – сладкая ваниль. Здесь масло ши, какао, кокоса и ванили. Эффект точно такой же. И состав вроде бы одинаковый. Только разная отдушка. И из еще не очень полезного здесь есть минеральное масло. Стоит такой крем 55 рублей. Бальзам разогревающий, яд гюрзы с горчицей и медом. В составе еще есть окопник, камфора, перец, можжевельник, эвкалипт, лаванда и чабрец. Наносить нужно на проблемные места 2-3 раза в день круговыми движениями до полного впитывания. Подробный состав. Стоит такой бальзам 55 рублей. Мыло Palmolive, интенсивное увлажнение с экстрактом оливы и увлажняющим молочком. Объем 150 грамм, цена 55 рублей. Появился новый корм для кошек – Шермур. Сочные кусочки с курицей, 100% натуральные ингредиенты. Корм подходит для непродуктивных животных, консервированный, полноценный для взрослых кошек. Содержит антиоксиданты, животный белок, сырую клетчатку, таурин, витамины и микроэлементы. В составе мяса и субпродукты, в том числе курица, минимум 15%. Изготовлена с любовью по французской технологии. 100 грамм стоит 18,30. Есть еще вариант с говядиной. Это отталкивающая пропитка для кожи, замши и нубука. Создает эффект зонта и усиливает блеск. Препятствует появлению грязевых и солевых разводов на обуви. Объем 250 мл. Цена 77 рублей. Чехол для гладильной доски размер 140 на 50. Подходит для гладильной доски размером от 110 до 130 на 38. Материал верха хлопок, подкладка хлопковое волокно. Стирать при температуре 30 градусов, цена 199 рублей. В нашем магазине три варианта расцветки. Впитывающие салфетки от Тереза Мед. Размер 60 на 60, 6 штук. Три слоя защиты и комфорта. А впитываемость 10 раз больше своего веса. Гипоаллергенные. Универсальны в использовании. Цена 50 рублей. Бархатные вешалки, в комплекте их 4 штуки. Сделаны из пластика, нейлона и нержавеющей стали. Здесь вот уже поломалось, и у меня точно так же они ломаются. Стоит такой набор 77 рублей. Пользоваться ими удобно, но нужно очень аккуратно. Прокладки Libres Ultra. Здесь в комплекте их 8 штук. Быстро впитывающий центр, защитные барьеры и шире спереди и сзади. Цена 77 рублей. Появилась детская зубная паста «Доктор Заяц» для детей от 2 лет со вкусом жвачки. С фторидом, но без сахара. Поможет привить ребенку привычку чистить зубы. 50 мл, год на 12 месяцев после вскрытия. Цена 55 рублей. Снова появились квадратные ватные диски. Здесь их в комплекте 50 штук и край у них прошит. С помощью таких подушечек можно легко удалить макияж. Страна-изготовитель Польша. Сделаны подушечки 100% хлопка. Цена 77 рублей. Новая серия книг «Сказочная энциклопедия для детей. Легендарное чудовище». Издательство «Свежий ветер», 19-й год. Рассчитано на детей от 6 лет. И здесь содержание. Книга приглашает в путешествие в мир великих героев и чудовищных существ, встающих у них на пути. Тебя ждут необыкновенные истории со всего света, вошедшие в сказки, мифы и легенды. Есть еще несколько книг с прекрасными иллюстрациями. «Принцессы всего мира»,
Странички глянцевые с очень яркими картинками. Следующая — волшебные феи. Прекрасные танцовщицы. Внутри некоторые страницы раскладываются. И последняя книга из этой серии — «Герои и рыцари». Стоят такие книги по 199 рублей, станут прекрасным подарком ребенку на праздник. Очень много книг для взрослых. Подробно показывала в прошлом и позапрошлом видео. Посмотрите, если не видели. «Анна Тот. После». Татьяна Булатова. «Большое сердце маленькой женщины». Гийом Мюссо. «Девушка из Бруклина». И Анна Берсенева. «Кристалл Авроры». Еще появились новые перчатки со стразами. Состав 88 полиэстер, 12 эластан. Перчатки тонкие, точно для нашей нехолодной погоды. Мягкие, на ощупь приятные. Очень хорошо растягиваются. И вот так выглядят на руке. Еще есть розовый вариант. Цена таких перчаток — 199 рублей. Новые шапки из Учки Кена. Состав у них 100% акрил, цена — 199 рублей. Туфли комнатные, производитель — город Новороссийск. Подошва сделана из ПВХ. Разные размеры и расцветки. Цена — 199 рублей. Очень красивые красочные дизайны футляров для очков в виде пирожных. Стоят они по 99 рублей. И есть еще вариант с грейпфрутом и с розами. Также в Фикспрессе продаются вот такие контейнеры для анализов. Стоят они по 12,50. Пластиковые органайзеры для косметики в виде сундучка. В этом органайзере хорошо помещаются ватные палочки и ватные диски. Состав PS, цена — 99 рублей. Всю коллекцию «Лови момент» снимала отдельным видео. Если еще не смотрели, обязательно проходите, посмотрите. Ссылочку оставлю здесь в углу и внизу под видео. А из новенького сюда завезли набор подвесок «Половина моя». 2 штуки. На каждой есть надпись «Любовь навсегда». Цепочки в виде металлических бусинок. Нержавеющая сталь, цинковый сплав. Сделаны они в Китае. Есть другие надписи «Его» и «Ее». Таких подвесок совсем немного, стоят они по 50 рублей. Также в продаже есть открытки «Валентинки», стоят они по 6-10. А в кружках появились новые бульонницы. Объем 500 мл, состав фаянс, Китай. Милый дизайн. И внутри они беленькие. Низкие, широкие, и еще вот такая необычная ручка в виде сердечка. Цена таких бульонниц — 77 рублей. Крекер классический 500 грамм от марки Сладиал. Цена — 50 рублей. Сейчас я быстренько покажу свой заказ из моего любимого интернет-магазина «Василек». Кому интересно посмотреть, что я на этот раз выбрала, обязательно оставайтесь со мной до конца. На этот раз выбрала полотенца махровые, это 100% хлопок, размер у них у всех 50 на 90. Выбрала цвет капучино, манго, красивый такой яркий желтый, насыщенный цвет, называется томат. И вот такой насыщенный зеленый, темно-темно-зеленый. Очень красивые цвета, все такие яркие, сочные, мне очень понравились. Страна-производитель — Туркменистан. Плотность этих полотенец 430 грамм на метр, они плотные. И очень хорошего качества хлопок. Мне нравится, как они впитывают, как они вообще стираются. И всегда я ими довольна. Стоят они по 124 рубля. Покажу вам качество этих полотенец поближе.
Отстрочено все очень аккуратно. И смотрите, с обратной стороны какая густая махра. Просто прелесть. Еще посмотрите, какие полотенца. Это производство Узбекистан. И цвет вот такой ядерный, оранжевый. Называется мандарин. Они тоже 50 на 90, только плотность у них чуть поменьше. 380 грамм на метр. А по качеству они такие же хорошие. Ими я тоже очень довольна. Мне они нравятся. Девочки, самая моя любимая ткань на сайте Василек – это сатин. Я его обожаю. Всегда заказываю себе постельное белье. На этот раз заказала наволочки. Там можно также все отдельно заказать. И простыни, и наволочки, и пододеяльники. Размер 50 на 70, отбеленный сатин – 235 рублей. Две штуки. Потом заказала тоже это сатин. Это нежно такого розового цвета, нежно-сиреневого. И вот такие две наволочки серо-голубого цвета. Мне понравился принт. Они тоненькие, приятные, классные. Вторая ткань, которую я люблю, это перкаль. Просто на резинке, очень интересные расцветки. Размер 142 на 20 высота. Посмотрите, какая она интересная. Очень хорошее качество, легко стираются, никаких катышков на них нет. Сейчас сплю только на таких простынях натяжных. Довольно вообще просто. Берите с удовольствием, они там недорого стоят, по 600 рублей. Да, кстати, и называется эта расцветка ботаника. Очень красивая, мне понравилась. Девочки, следующая простынь уже из поплина. Размер такой же, называется она Милан Поплин Бриллиант. Ну, посмотрите на этот восхитительный рисунок. Я заказывала уже комплект постельного белья именно из этой ткани. Мне она очень понравилась, и простынь я впервые увидела и скорее ее заказала, потому что на Васильке очень быстро все расхватывают. Качеством я очень довольна, также мне все понравилось. И вот он, тот самый комплект постельного белья из поплина. В этот раз я взяла семейный, два пододеяльника, одна простынь и две наволочки 70 на 70. Называется он так же, как и простынь, Милан Бриллиант. Комплект постельного белья из перкаля, также семейный, размеры такие же. Называется он Вероника и цвет бежевый. На сайте Василек огромный выбор покрывал, и я решила себе сменить. Взяла вот такое светленькое, этот цвет, ну такой светло-бежевый, приятный рисунок такой. Стираю я их в машинке, прекрасно стираются, такие же пушистые. Просто у меня прошлое покрывало темно-бордового цвета, решила поменять на более светлое. Размер у него 180 на 2 метра и цена 763 рубля. Вот так обработан край, все аккуратно, ничего не летит, не пушится. В общем, с другой стороны тоже так хорошо выглядит. Заказала вот такие подушечки для девочки, которые отправлю по почте, поэтому их разворачивать не буду. Размер у них 50 на 68, коллекция называется «Облепиха». Вот так они выглядят интересно, они такие пятнистые, могу только вам немножечко с краю показать. Здесь так указано, что средняя это плотность и оно всесезонное. Вот так оно выглядит, аккуратненько, все так обработано, красиво, ткань такая хорошая, перо точно не пропустит. И здесь еще есть вот такой желтый кантик. Изготовитель Кари Гус, город Москва. Вот такая милая маечка на 9 лет, на рукавах есть сборочки. И вот такой милый котенок, и написано «Дом там, где мой кот». Так она и называется, вот такая милота. Девочки, это весь мой заказ из интернет-магазина Василек. Ссылочки, как всегда, я оставлю под видео. Это все, что я хотела показать вам на сегодня. Если видео понравилось, ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал и пишите комментарии. Увидимся с вами совсем скоро. Пока-пока.